Всем привет! Мы находимся с вами на Кипре, в четырехзвездочном Вангелис Отель энд Сьютс. Он расположен в самом центре курортного поселка Протарос. Рядом много магазинов одежды, сувенирных лавок, рестораны, аптеки. Ну и, конечно же, в 10 минутах находится один из самых красивых пляжей Кипра – Фиг Три Бэй. Из лобби на лифте вы поднимаетесь в столовую. Еда здесь довольно разнообразная. На завтрак – каши, йогурты, омлеты, салаты, свежевыжатый сок, выпечка. На обед и ужин подают морепродукты, различные виды мяса и салатов. Бокал вина, шампанского или крепкое также включен в обед и ужин. Класть еду в ковидное время можно самостоятельно. Главное находиться в масках и перчатках. Вы можете расположиться как внутри, так и на веранде. Территория отеля не маленькая. Здесь есть 3 бассейна, включая детские и только для взрослых. Вода в бассейне прохладная, и купаться поэтому совсем некомфортно. Небольшая детская площадка с детским клубом. У нас был номер люкс. Это 2 комнаты общей площадью 40 квадратных метров. В одной комнате находится 2 дивана, холодильник, в другой большая кровать, шкаф. По запросу выдают детскую кроватку. Есть небольшой балкончик. В номерах английские розетки. Но переходники вы без проблем можете приобрести в ближайшем магазине за 1,5 евро. Утюгов в номере нет. Если вам нужно погладить вещи, необходимо внести депозит 10 евро на ресепшене. И вы сможете воспользоваться утюгом в специальной комнате. Бассейн для взрослых с ночной подсветкой. И купаться, естественно, можно только днем. Отель находится на второй линии. 10 минут пешком, и вы окажетесь на песчаном пляже залива фигового дерева. По данным Big Seven Travel, в 2019 году он был признан лучшим пляжем в мире. Мы были на курорте в начале октября 2021 года. Температура воды 27 градусов, температура воздуха 28-30. Красота пляжа фигового дерева необыкновенная, а бирюзовая вода напоминает чем-то Доминикану или даже Мальдивы. Аренда зонта и 2 шезлонгов обойдется вам 7,5 евро. Вместе с чеком вы получите логин и пароль от Wi-Fi. Рядом много ресторанов и баров, где можно вкусно перекусить и попробовать национальную кухню. Спасибо за просмотр и до новых встреч!